Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкнота достоинством 1 фунт британской армии, так называемые оккупационные деньги, которые запускаются в оборот на оккупированных территориях для расчетов между солдатами, работающими на армию людьми, ну и местным населением. Данная купюра – это третья серия. Она была выпущена, напечатана в 1948 году, но не была выпущена в обращение до 1956 года. В 1956 году ее решили использовать во время Суэцкого кризиса в Египте. Банкноты несли надпись «Третья серия», имели минимальное достоинство 3 пенса, максимальное 1 фунт стерлингов. Поскольку военная кампания была завершена в течение 2 месяцев, банкноты этой серии использовались мало и были очень быстро изъяты. На лицевой стороне мы видим указан номинал и серийный номер. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной стороны. Так вот выглядит банкнота с обратной стороны. Мы видим в центре коронованный лев. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание, в какие имеет защиты. Как видим, водяных знаков у банкноты нет, но зато есть металлизированная впаянная нить. Шитая нить. Вот такая у нас сегодня с вами интересная банкнота была в обзоре достоинством 1 фунт. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.